И всем привет-привет! Меня зовут Настя, и вы на канале Нака ТВ. И сегодня мы распакуем Real Box. Ну почему-то написано U-Box. На самом деле мы заказали Real Box Gadget Box за 3000 рублей. Но на самом деле почему-то нам пришла коробочка U-Box. Real Box совсем маленькая другая коробочка. И когда я с ними разговаривал, звонил, они сказали, что U-Box и Real Box это у них там типа одно и то же. Вот. Так что у нас получается отправили в коробке U-Box. Ну, я думаю, будет тоже очень интересно. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк на удачу и подпишись на наш канал, чтобы не пропустить наши новые видео. Поехали! Поехали распаковывать. Открываем, я вам показывать не буду. О, что же это? Пленочка. Так, ну ладно, давайте сейчас достаем, что это. Что это? Это для микрофона. Микрофон Defender. Ну, кстати, ну, неплохой, по-моему, насколько я знаю. Без шумозащиты, как бы, просто микрофончик. Смотрим следующий товар. Что это? Гремушка. Что? Это спиннер? Он какой-то необычный. Да, кстати, необычный какой-то спиннер. Хотя он как-то и к технике особо не относится. Просто крутить. Просто держать так? Да, чтоб... А, типа как вот так. Вот как-то. Вот такой вот спиннер какой-то непонятный. Зачем его сюда положили, я не знаю. Следующий товар, это что-то большое. Это селфи-палка. Да, кстати, у нас давно селфи-палка приходила. О, черненькая. Ну, она дешевенькая, я думаю. Ну, у меня такая, кстати, была. Коробочка вот такая вот. Сломанная. Да, повреждена. Китайская селфи-стик. Ну, дешевая. Селфи-палка. Что-то у нас там большое. Что это? Смотрите, что это? Это какой-то светильник, походу. Мне кажется, это светильник. Сейчас посмотрим. А, реально пауэрбанк. Смотрите, видим медведя, прикольно. А, да, в общем, 8800 миллиампер в час. Да, это пауэрбанк, точно. Поехали смотреть следующий товар. И это вроде бы последний. А, нет, это не последний. Что это? А, это держалки для телефона. Нет, это крутая штука. Я в ТикТоке такое видела. Это очень крутая штука. Смотри, что это. Линза. Да-да-да, это очень крутая штука. Такая вот. О, даже есть чехольчик для них. Вот тут две или три там. Две линзы. Это просто чехол, чтобы... Ты что так? Вот, я одел большую линзу, и это эффект Рэй белоглаза. Да, только вот почему-то у меня видно сам объектив, как бы это не очень, мне кажется. Прикольно. Так, и давайте попробуем вторую еще поставить. А вторая написана макро. Да, цветочек изображен. То есть увеличивает, наверное. Ну, особо я что-то ничего такого не увидел. Наверное, какие-то маленькие объекты надо направлять. Там на цветочек указывают. Как его рассмотреть красиво. Так, а давай уберем, проверим. Мне кажется, ничего особо не меняется. В общем, вторая линза, мне кажется, вообще как-то непонятно. Если кто знает, напишите, зачем она. У нас вроде там остался последний товар, если не ошибаюсь. Да. И что это? Это 3D очки, типа телефон вкладываешь. Ага. А, или это нет, это не 3D очки, это... Это увеличивает изображение просто. А. Или это мне кто-то кажется? Да, да, да. То есть сюда уложишь телефон, и она... Типа как в кино. Как... Да. Чтобы побольше. Вот ты ложишь сюда телефон, у тебя как планшет. Во! Короче, бесполезная штука какая-то. Да. Что там? Опа! Что это? Это соленая рыба. Ой-ой-ой!
Ну, в общем, это, по сути, бесполезная штука. И мне кажется, что вот этот вот экран, ну, вот линза, он действительно увеличивает. Но, мне кажется, он больше портит зрение. Так, ну скажи, что тебе больше всего понравилось? Больше всего мне понравилась линза, потому что я очень долго ее хотела. Ну, линза, если честно, мне кажется, тоже так себе, потому что качество этих линз, думаю, не очень хорошее. Экран, я уже сказал, что ерунда, селфи-палки. Ну... Я обычно особо сейчас никто не пользуется. Да нет, пользоваться-то может еще и пользуются, но просто уже... Как-то их много было, но я не знаю, остались, не остались. Ну, мы особо их не пользуемся, да, действительно. Ну вот Powerbank, мне кажется, пригодится нам. Он, в принципе, очень крутой. Powerbank, да, прикольный. Он красивый и прикольный. Вот, спиннер. Тоже он, так себя. Он даже не относится к этим товарам. Да, микрофон надо потестировать. А сейчас... Всем пока-пока! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока-пока! Пока-пока!